пришла ко мне. Сейчас я нарвала 44 одуванчика, и сейчас я буду сделать из них букетик. Мы нашли, точнее, Тёма нашел валанчик. Сейчас мы будем нормально играть. Профукал валанчик. Мы сейчас идем в магазин. Нам нужно купить продукты какие-нибудь, чтобы устроить пикник. Мы устроим пикник, у нас там есть недалеко полянка. И сейчас я еду на велосипеде с Артемом в магазин. Итак, как вы видите, я уже дома. Мы уже сходили в магазин, купили все, что нам надо. Мы купили 2 пачки чипсов, 2 пачки мороженого, 3 корочки, печенье Яшкино и маршмеллоу. Сейчас будем сидеть плед, пойдем на полянку и устроим пикник.